Остановите у сквера военно-технического училища. Возможно, именно такая просьба об остановке скоро времени будет звучать в местных маршрутках. Вместо привычной оставьте у Робеспьера. С просьбой о переименовании остановки на улице Карла Маркса в местную администрацию обратился комитет по сохранению памяти училища. А понравилась ли такая идея самим ульяновцам? Вот если серьезно, нужно бы. Почему? Потому что народ не знает, кто такой Робеспьер. Это было давно и было ли. А училище вот оно. Я за. Надобности переименования не вижу. Почему? Потому что люди привыкли к остановке. Самое страшное – это перемены. Те, кто желает, пусть заплатят за это деньги, у них сразу желание пропадет. Эту остановку? Да. Ну, это я не знаю. Переименовывать все равно. Здесь уж и парк вроде бы сделали. Пусть и делают. И остановку тогда. Думаю, имеет место быть. Почему? Здесь же военная организация находится. Думаю, правильно будет так, и все будут понимать. То есть кто-то будет говорить, мне нужно туда-туда, и сразу поймут, о чем говорят. Ну, смысл. Я вот не вижу. Вроде не все, это все равно это деньги. В первую очередь. Ну, какая разница, как будет остановка? Остановка и остановка. Честно говоря, разницы никакой. Что училище бывшее, что Робеспьера улица. Оно все здесь рядом находится. И училище было тоже Карла Маркса, Робеспьера. Так что, ну, может быть, хорошо, конечно, что будет училище незабываемым, потому что оно у нас было одно из лучших училищ. Наверное, не надо. Почему? Я уж не знаю, все привыкли уж к этой остановке. Понимаете? Да мне, знаете, как-то. Ну, в принципе, можно и так. Можно и так. Ну, старые люди будут путаться. Я думаю, то, что им будет привычно слышать, что это Робеспьера, потому что многие здесь живут, именно старый фонд людей. Поэтому, наверное, будет сложно. За. Почему? У меня дедушка и дядя здесь служили, поэтому да. За. Стоит переименовывать? Стоит. Почему? Потому что училище очень хорошее. Очень жаль, что его сейчас нет. Очень жаль. Сейчас вот силами общественности сделали сквер. Это силами общественности и жильцов. Если сделают память об училище, я буду очень довольна. Спасибо.